В Мурманском международном лицее была открыта историческая гостиная, посвященная памяти дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. На счету Бориса Сафонова более 200 боевых вылетов и десятки сбитых самолетов противника. Первый летчик, удостоенный во время Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза, погиб в мае 42-го в тяжелом бою над акваторией Баренцева моря. Чтобы школьники не забывали отважного командира, в школах города проходят специальные уроки, получившие название «Историческая память». Важная цель – получить обратную реакцию в форме диалога от лицеистов, что им понравилось. И тем более очень знаково, что сегодня наша встреча проходит буквально в канун празднования победы советского народа Великой Отечественной войны. Исторические гостиные и другие патриотические проекты – далеко не разовые акции. На встрече с учащимися лицея говорили и о предстоящем шествии бессмертного полка, принять участие в котором смогут все желающие. 9 мая традиционно по проспектам города Героя Мурманска пройдет колонна бессмертного полка. Приглашаю мурманчан принять участие в этом шествии. Сбор участников в 9:30-10:00. Проспект Ленина, 75. Это здание областного правительства, здание областной городской администрации на тротуаре. Для тех, кто изготавливали штендеры более раннее время, можно получить штендеры в Доме пионеров Бредова с 8:00. Всех ждем на шествии. По словам представителей администрации, ряды бессмертного полка в Мурманске в этом году станут намного плотнее. Заявок на участие уже подано значительно больше, чем обычно.